Итак, это снова такой геймплейный день, и сегодня, точнее сейчас, играю против мастера Ля, человека, который любит играть медиками, и, наверное, сейчас будет 3 элитных медика и плюс 2 икскомовских. Примерно такой состав я ожидаю, но, тем не менее, буду играть по разным флангам. Вот с этой стороны у меня медик, с этой стороны у меня штурмовик. Тут у меня пожарник, который высвечивает инвиз, и сектоид, который служит, в общем-то, живой такой мишенью. Так, ну пока никого нету, мы сектоидом постепенно напарываемся на Overwatch и идем вперед. Ага, ну, Overwatch. Ага, вот он где, снайпер. Вот он где, родной. Так. Ну-ка, наш штурмовик геройский. До него вообще доходит. Moving to firing position. Может, найдет кого, так сказать, привлекательнее, но я все-таки склонен убить этого снайпера, потому что он с плазмой. О, и тут же еще и агент. Ну как хорошо. Агент и штурмовик. Агент и штурмовик. Блин, такой выбор, я даже не знаю, кого убить. Так, ну ладно, харе тупить. Все-таки попробую штурмовика сначала забрить. Так, этим чуваком мы не дотягиваемся ни до кого. Его двойной выстрел, вот этот вот, он мне не очень нравится. А штурм, и тем более инвиз. А у штурмовика, штурмовик у нас, точнее у него антиинвизный. Ну, играть от тактики двумя крутыми чуваками, притом, мне кажется, не очень. Тем более они вместе. Ну вот, я сейчас вместе нашел их таких хороших, красивых и просто убил. Немножко неэффективно. Точнее, рисково хорошо, но как бы они слишком ватные. Оба боятся критов, в общем-то, хотя оба мощные, но все равно. Ну вот он все, чего добился, убил просто моего штурмовика. Только и всего. И сейчас я медиком убью его штурмовика. Вот и вся история. Так. Чё, ГГ? Был бы он хотя бы под наркотой, это было бы оправдано, а так... Нет, не то это. Мастер Ля, ты меня как-то даже разочаровал. Всем спасибо.